В 2022 году отрасль ЖКХ выполнила все ключевые задачи, которые ставила перед собой. В первую очередь это обеспечение комфортных условий проживания, строительство жилья, предоставление коммунальных услуг. Отдельное внимание также уделили строительству водоводов, повышению качества экологии, очистке сточных вод, переселению из ветхого жилья и газификации населенных пунктов. У нас есть результаты. Мы отмечаем, что все показатели, которые в качестве контрольных ставились для региона, мы достигли. Есть задел на этот год, поэтому мы донесем до профессионального сообщества и до жителей региона те результаты, которые мы обеспечили. Одними из основных остаются задачи по подключению домов к голубому топливу. Уровень газификации Ульяновской области природным газом достиг 80%, а общее количество газифицированных населенных пунктов увеличилось до 500. На эти назначения областной бюджет выделил более 230 миллионов рублей. Как отмечает депутат законодательного собрания Андрей Седов, деньги есть, но, как всегда, их недостаточно. В этом году финансирование отрасли приближается к 2 миллиардам, в то время как сумма необходимых финансовых вложений составляет 9 миллиардов рублей. Впоследствии всех этих недостаточных финансовых вложений в отрасль мы видим с вами практически каждый день. У нас то там прорвет, то здесь потечет, то тут авария, то тут люди без воды. То есть это все последствия недостаточности финансирования отрасли. Но благодаря совместным действиям и с правительством, и с министерством ЖКХ, все депутаты нашего комитета очень в тему погружены, и мы все работаем над тем, чтобы, конечно же, увеличить финансирование. Привлечение федеральных средств является самым большим и надежным источником финансирования. Путем переговоров и вхождения в различные федеральные программы бюджет увеличивается, что не может не сказаться на развитии отрасли. Наряду с тем, коллегия министерства сделала акцент на капитальном ремонте многоквартирных домов, на которые выделено 700 миллионов рублей. Затронули и федеральный проект создания комфортной городской среды, общий объем финансирования которого составил 450 миллионов. Перед министерством стоят глобальные задачи и далее повышать уровень комфортности и доступности жилья, качество городской среды, внедрять высокотехнологичные и перспективные методы развития конкурентоспособности отрасли. На сегодняшний день Ульяновская область располагает всеми условиями и возможностями для полноценного развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства. Ведущими инструментами достижения целей выступают федеральные и региональные программы, а также нацпроекты «Экология» и «Жилье и городская среда». Мадина Исмаилова, Геннадий Бухтаяров, УЛ Правда ТВ.